Может, он думает, что там денег ему надо заплатить? Блин, не бойся. Да ты чё, блядь? Дурак дураком. Какой красавец. Мужики, устали от каждодневной рутины? Хочется праздника души и тела? Гуляй, пей вместе с нами! Давайте докажем вместе, что гулять и пить здоровью не вредить! Подписывайтесь на канал. Только с нами феерические Буль-Буль и Ам-Ам. Че, ребята, всем привет! В общем, вы на канале Дима Кубатура. Сегодня погода, дождь, делать нечего, скучно, настроения совершенно нет. Но мы, как всегда, с Андреем Радыгичем Евгеньевичем. Вот ссылка на его канал в описании, вы его прекрасно все знаете. Это местный популярный блогер, ну алкаш так его называют, да? Сейчас идем поднимать настроение в один из самых ближайших каких-нибудь баров, я не знаю. Ну а это мы увидим в следующем кадре, поехали! Давай что-нибудь спиздим. А? Чё? Выбирай любого, короче, подходим. Вот шины, видишь? Шины? Короче, берешь и спи. А я тебе сзади иду, снимаю. Блядь, нам надо по-разному одетым быть. Снимай. Так мы по-разному одеты. Да нет. На нас не найдут. Чё, ты просто берешь и съебываешься. Давай. И чё потом? Ну похуй, ну потом вернешься, блядь, не тот размер. И поменяй! Ну и чё, слабо тебе колесо спизди? Какой он-то? Ну ты на них. Раньше. Ты куда понес? О! Ну-ка, поставь на место. А, блядь, размер не тот. Вот, вот, ничего себе. Куда? Ну-ка, вернись. Он пошутил, правда, пошутил. Сказал тоже, блядь, про колесо что-нибудь лучше придумал, блядь, я хуй знает. На предмет, да хуй, вон, картошку торгует, иди. Иди картошку просто, спизди, слабо? Давай, спиздить картошку. Виброй? Да мешок хватай, похуй. Камеру убери. А что? Ну, спали. Так, да. Андрюх, ну его нахуй, а? Чё это хуйня какая-то? Пойдем лучше пиво всадим. Меня здесь захуярят, они-то думают, что мы, блядь... Вот это сейчас вообще подумал, что мы сделали. А ты видел там мужиков, сука? Вот. Надо вот, если научиться снимать такое, все диалоги, ну не стесняясь. Сейчас с колесом вообще нормально получилось, мужик вообще в ахуе был. Там соседи его вышли, говорят, что за хуйня? Это еще так отнеслась, да? Что она тебе сказала? Я все-таки за пиво. Ну вот другое дело. Ребята, знаете, вот где самое вкусное мясо у нас? Мяско деревенское. Все свеженькое, молоденькое. Деревенское мясо, да? Деревенское. Справочки могу показать. Всегда справочки требуете. А вы нам скидку дадите? Конечно. А мы вас покажем скидочку, тогда. Скидочку дадим. Конечно. Как говорится, да, Рома, не промка. Это не промышленное мясо. А чем отличается от промка? Промышленное – это на гормонах роста. Вот у нас два ларька осталось, настоящее мясо. Вот здесь, да? Да, вот. Вот, сейчас... Остальное все промышленное мясо на гормонах роста. Оно, во-первых, это можно показывать? Мы же покажем. За полтора. Мы себе, на... кроме ваших ларьков, везде промка, везде кроме промка, вас. Да. Честно? Честно. Ну, вставляй. Эксклюзив. Эксклюзив. Да. Здесь. Ребят, это павильон. Номер павильона какой? А номер павильона какой? А? Номер павильона. Фермер. Павильон фермер. Напротив пекарни. Это какой рынок? Как называется Минусинский рынок? Заречный. Заречный, да. Павильон, да, фермер. Спасибо. Я вам спасибо. Ага, все, ладно. Доброго. Понравится, приходите. Обязательно. Спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо. Хариус, прикинь, свеженький. Здрасте. Свежий хариус, Андрей. Ребят, 4 хариуса взяли на 279 рублей. Что ты еще берешь? Мне сказали за мою красоту бесплатно. За прекрасные ягодицы. Меня не надо. У меня ягодицы. Да, супер. Ребят, приходите, здесь все бесплатно. Это получается, если у нас сегодня ягодицы, все это будет за 0 рублей. Да. Лайфхак? Да. Я же тебе говорю, ты самым знаменитым популярным блогером, потому что я один. Больше нету блогера. Ну, кроме Пети еще. Не дашь. Дай риса, риса килограмм. Ну, дай риса. Это Фердоси, да? Любимый поклонник. Ну, что ты? Дай нам риса, у нас денег нету. Ходит он в бичуган. Мы сегодня в долг.
Ничего, мы какую рекламу не будем давать. Просто спасибо. Подожди, это прям вот настоящий ваш рис, да? Узбекский? А как сделать ризотто? А у тебя морковка есть? Дай морковку одну. Бери три. А зачем три? Да, одной хватит. У нас маленький казан. А есть поменьше риса? Это? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Оба. Спасибо. Спасибо. Может, он думает, что нам денег ему надо заплатить? Мы снимали нету. Ладно, она даст потом. Что было в начале? Сейчас хочется объяснить немножко. Так сказать, хотели просто взять и начать снимать новый формат, но сразу же поняли, что... Кстати, поняли после пива, после одного стаканчика, что это не наше, нахуй, и жопу рвать мы не будем. Решили поехать в Белый Рояль и приготовить все, что сейчас вы увидите, ребят. Так что вот, смотрите и не переключайтесь, дальше будет интересно. Ну что, ребят, всем привет, нахожусь в городе Минусинске. Делать было нечего, снимать нечего. Приехал к нашему старому знакомому Андрею Радыгину Евгеньевичу. Где-то он сейчас здесь, сейчас где, мы увидим. Алло, Андрей? Алло? Андрюха? Андрей? Да-да, слышишь? Это Куба. Да, Димка, помнишь такого? Да, летом еще, в прошлом снимали ролики, помнишь? Ну, блядь, потерялся, да, были моменты, ебано в рот. Ну, хули делать, приехал в Минусинск. Где ты вообще? В Белом Рояле? Серьезно? Блядь, я сейчас приду. Все, жди меня, давай, все. Все, ребят, Андрюха в Белом Рояле, в общем, я собираю свои манатки, как видите, у меня их нет, и пиздую туда, все, смотрите и не переключайтесь. Андрюх, ну мы же вначале сказали, что на этом мы остановимся, на картошке и на этих, нахуй ты эту хуйню пиздишь, Андрюх. Зачем? Ну что, ребят, в общем, добрались мы до этого места, где мы все это будем готовить. И как раз на связи у нас специальный корреспондент из города Саратова. Ну-ка, давай, Грих. Короче, ребята, Гришка говорит, блядь, всем привет, всем от души, он находится в городе Саратов, снимает контент. Я говорю, что вам респект за то, что вы Петруху подтягиваете. Вот, говорит респект нам за то, что Петруху подтягиваем. Да Петруха всегда с нами, вон он. Петруха здесь, Петруха в деле. Ребят, короче, сейчас, вот, минут 20 разговариваем, выяснилась такая хуйня, что... Вчерашний там, ну, вчера там они с Петей стримили 1500, ну, Петя хочет собрать себе на камеру 4000 рублей, купить камеру. Я так понял, черненькая, да, которая как у меня была, да? Нет, другая. Она, что это? Как она? Xiaomi? Ну, покажи Петю. Xiaomi 4K, по-моему. Ну, покажи. Квадратная. Квадратная, да. GoPro. Она же хуёвая, эта камера, нет. Бля, Гриш, ну а где ты за 4000 найдёшь такую камеру, которая вот была? Вот она, смотри. Вот я показываю. Бля, да. Ну, у неё качество съёмки, наверное. 4К, ёпти. Нет, 4К-то написано. Пети хватит для начала, почему бы и нет? Да и начала хватит этой камеры. Короче, ребят, 1500 есть у Пети, 1500 есть. Я сейчас скину еще 2500, Петя мне номер карты скинет. Даже я скину ему, я ему даже скину трешку, чтобы у него там 500 рублей туда-сюда было. Трешку скину, вот, ребят, я, как говорится, что маленько там двигаюсь на YouTube и все такое. Трешку скину, ну, и Петруха, желаю тебе, как говорится, удачи, блин, продвижения. И даже я там прорекламирую, ну, в смысле, на YouTube, а там, если что, там, в сообществе... А что ему, тебе по голове не били, Гриш? Пацаны... Так у него девушка теперь появилась. Потом, сейчас,
Это, говорит, я почему раньше такой злой-то был, а то у меня бабы не было, ну, да, Грик? Гришу разводи, пока он влюблен, он все отдаст тебе. У тебя себе возьмет. Тихо. Трешку скину. Ну все, сейчас, Петя, вот, что ты хочешь сказать Гришке? Гриша, тебе спасибо. Подожди, это, Гриша, я тебе говорю очень большое искренне спасибо, то, что ты мне помог с этими деньгами. Это на полном серьезе мы... Подожди. Я кубатуре продиктуй номер карты, он мне по WhatsApp скинет, я прям скинет. Ну прям сейчас тогда я тебе отправлю, ну как сейчас договорим. Ну что? Ребят, ну мы, наверное, перешли к самому главному, это к нашей готовке. На самом деле, хочется, блин, снять охуительную готовку. Мы не знали, что приготовить, но решили приготовить разнообразное блюдо. Мы взяли, ребят, показываю. Мы взяли вот такие стейки. Четыре. Так, свиные. Мы свиные. Деревенские. Самые вкусные. Павильон фермер. Да, ребят, кстати, на самом деле, спасибо огромное павильону фермер, нам дали без денег, потому что нас там узнали. Надеюсь, к вам кто-нибудь придет от нас и тоже купит у вас мяско. Но вряд ли, но вообще-то возможно. Дальше. Что вообще будем сегодня готовить? Я расскажу. Четыре стейка. Ребята, наш хариус, который выловленный был в Енисее, батюшка Енисея, он не вонючий, вкусный, кстати, мы понюхали. И будем готовить рис с овощами. Это будет гарнир такой. Ну, естественно, немножечко, исключительно ради контента мы взяли. Ебанем ее по башке. За донат. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пете лайки. Да, я, ребят, и еще. Смотрите, это Петя. Так вот, ну что, начинаем? Самое главное это мне. Вот как ты будешь все это делать? Без этого никуда. Это надо рассказать, и это должен спросить в любом случае я. Давай, смотри. Как ты будешь их мариновать в чем-то же? Вот. Да, смотри, я сейчас возьму лимон, перец, соль и еще одну такую универсальную приправку добавлю. Все. Мы дадим ему немножечко постоять. Фишка в вот этом гриле. Вся фишка в этом гриле. Все. Давай, поехали. Петя, блядь. Чё? Ты что делаешь? Подожди, надо было вот так вот всё. Петя, блядь, ты что делаешь? Жем. Чуть-чуть масла добавим. Хотя этого не надо было делать. Да надо было. Лимончик продаю так. Раз. И это маленечко. И оставим. Положим ее вот сюда. Да. И закроем и положим. Куда пошел? Да можешь вон там? Я просто думаю, куда ты пошел-то? Петь, получается? Получается. Не мешай ему, Андрей. Блять, мне так не страшно. Не мешай. Ты знаешь эту песню? Я сказал просто не мешай. Вот он просто сказал и все. Блять, он сейчас с этой стороны чуть палец себе не отрезал. Я видел. Петя, ну его нахуй. Нормально. Стой, все. Не надо. Че? Молодец. Ты видел, как он отрезал? Давай, конечно, добавляй. Вот так вот по стенкам лей. Только не все.
Почему? Да лени сы. Да лени бойся. Да ты чё, блядь? Ты чё, он сейчас тебя обхуячил, блядь, маслом. Да куда пошёл-то? Испугался, что ли? Петя, блядь! И сейчас бы тебе сейчас ебал, блядь. Правильно, 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 нахуй. Испугал Петю, блядь. Петя испужался. Да не закрывай, не надо. Что не закрывать? Я на Петю испугался. А если бы он его нахуй подкинул, мы бы сейчас все в масле были бы, блядь. Ты тоже, блядь, вычудил, блядь. Андрей, 33 года, ссылка на канал в описании. А, блядь. Дурак дураком. Что это пошло у нас? Морковка. Морковча. Как она там? Дальше что у нас идет по плану, Петя? Все идет по плану. Ебани о чем-нибудь такое душевное, вот просто душевное. Давай, например, какая ночь, я не могу. Есенина, давай ебани. Не спится мне такая лунась. Давай, хлебани и ебани. Давай, поехали. Хлебани, хлебани. Тихо, давай. Это песня такая? Давай, начинай, как-то она начинается. Давай, давай. Не еби мне мозги. Ну дальше, что там? Не еби мне мозги. Все? Это новая песня Пети, ребят. Все. А, тем временем у нас Евгений Шрадыгич, 42-й, 4-й разряд повара, делает, профессионально режет перцы болгарские. Оп. Обязательно убираю. Надя научила. Татарочка. Татарочка? Да. А где ссылка на татарочку? Моя, блядь. А Петя, ну не Петя, 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 говорю, а? Че, Петя? Штанишки приспустил. Петя, ты нахуй, хватит на мою ноги дрочить, ём. Захлебал ты, блядь. Лук добавлять не будем, потому что нам он не нужен. Петя, ты за дровами пошел? Да. Ну, хорошо, туда. Можем в другое место пойти. Нихуя ты уже сидеешь, прикинь, на той стороне. Да, у тебя вон охуеть седой волос, смотрите. Один? Один в 33 ну, года, блядь. С тобой, блядь, познакомимся на. Так, все. Чуть-чуть, чтобы это. Пускай. Так, дальше. Если честно, это на самом деле должен быть грустный ролик. Меня зовут Андрей, мне 33 года, я не хочу взрослеть. И у меня есть Надя. У меня есть Надя. Она меня любит, я ее тоже. Поехали дальше. Профессиональная разделка, чистка рыбы хариуса. Поехали. Так, там у нас все готовится. Теперь хариус. Ну, здесь у нас все хорошо, здесь чистенькая водичка. Так, ну что дальше? А дальше, маэстро, это у нас просто гарнирчик. Мы его. То есть это по-китайски, как они делают, да? Да. Рис с овощами. Поехали. Просто рис с овощами. Узбекский рис с узбекскими спасибо, овощами. Спасибо, братан. Поехала водичка. О, банана. Объяснять здесь ничего не надо, здесь это элементарно понятно. Да, Петя? Да. Правильно. Можно чуть-чуть? Хватит. Я бы не наверное. Хотел. Да пусть будет, она даст свою сочность, блядь, такую. И нормально. Поехали. Скажут сейчас, ебаная жижа. Зачем вы это сделали? Надели платье белое. Сальца будем? А? В смысле, соль будем? Соль, маленько, да? И перец, нахуй. И все. Давай.
И чесночка. Ну и вот, та самая камера. Та самая камера. Да все упаковано. Это мы покупали дочь, а она не... Гриша, кому спасибо? Петя. Фу, блядь, Гриша, кому спасибо? Петя, кому спасибо? Я вчера звонила. Тут вот они проецания, все в эти, все в комплекте. Она пользовалась только вот этой штучкой из зарядки. Ну, это недолго. Флешка есть? Все там есть. Гриша, ну вот, короче, камера. Все. Ладно, ребят, спасибо Гришке, спасибо каждому, кто помог. Петя, вот смотрите, Петя сейчас... Домой ушел уже. Петя, нахуй вы мне нужны, все. Я не домой. Дай закусить Андреевичу по чувствам. Дай закусить. Ладно, все, продолжим. Давайте, девочки. Что, зализывать не будешь рану? Рану зализывать не будешь? Так, убирай. Фу. Сейчас мы... Петя. Самый дорогой подарок сегодня, это что, почем? Даже? Это что? Я дорогой сам. В нашем стиле мы споем куплеты, ну а вы нас поддержите. Смотри. И это факт. Смотри. И мы сегодня здесь с вами. Ладно, ребят, ну а мы продолжаем делать то, для чего мы здесь собрались. Ой, лимончик упал. Ну ничего. Его можно просто сверху бросить. На мяско. Мы, да, мы так и сделаем. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. Сок какой-то. А, прям мокренько. Давай еще вот так вот сделаем. Сверху. Вот так вот. Ах, блядь, прыщит-то как сучара. И сюда нахуй. Такие дела. Жизни река несет, куда вынесет. Я не знаю их, со мною вы не все. Мимо городов плыву за горизонт. Череда годов на неясный зов. Сейчас какой процесс у нас идет? Вот как это называется? Готовки, блядь. Готовки? А переворачивать когда? А ты закрой, он потухнет. Я знаю. Да? Петя сказал или сам понял? Ай, блядь. Ай, май ладец. Ничего страшного. Камарджоба. Или как там? Все будет хороле. Хороле? Так, дальше. Ребят, дальше я не знаю, что там понаснимали, потому что опять все пошло по пизде, потому что у нас... Петя напился, хотя он не пьет, ему да. Нельзя. Ребят, помните наш старый зов? Запах ебейший просто. Реально слюни текут, прикинь. И все это дело мы закрываем на сколько минут? Это прям вообще быстро. Быстро. Прям быстро. Поехали. Ну что, ребят? Сейчас смотрите, какой будет у нас этот... Слюни-то текут, Андрей, давай быстрее уже, ну. Смотри, какой. Смотри. У меня вообще не ручьем текло. Как Химка. Кто? Химка. Что ты за человек тут постоянно? Петя, бери. Два. Да много ему не надо. О, в смысле не надо? Мне надо много. Много ложи. Прям с горочкой. Да не надо много. Да в смысле не надо? Да нахуя тебе много риса? Да в смысле много надо? Вот, жри потом много.
ешь, а не жри. Зачем ты говоришь? Кстати, вот знаешь, какой человек? При Наде говорит, кушай, ешь. А при всех говоришь, жри, обожрись. Что ты за человек такой, Андрей? Нормальный лицемер. Человек. Вот лицемер. А ты что спрашиваешь? Подхалим. Ребра, берегите меня. Берегите печень. Знаешь, что я хочу сделать? Какой человек вообще, да. Я хочу, чтобы вы не ели стейк, допустим. А я ел. Ну, то есть ты. Да, один. Что ты будешь делать? Да я вам сейчас его вот так отрежу. Зачем вам его кусать? Может, мы хотели косточки там обладать, все. Обломал. Петю облом. Это... Петя, вот уже Петя. Смотри, лицо у него, он радостный побольше был. Побольше риса, Петя, и поменьше мяса. Давай, Петя, ешь. Давай, Андрюх. Стой, давайте, садись, ребят. Петя. Кушай, 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 кушай. Сука, ставь нам нахуй. Давай. Оп. Давай, Серега, кулачком. Спасибо за предоставленное нам место для готовки, за этот мясо. Чудесный гриль. Я сейчас заплачу, блядь. Ну, в смысле, ну правильно, ну ты скажи. Давай. С Богом. Да. Петь, вкусно? Очень. Парня накормите, да? Попробуем ваше творение. За вас. Так. Хлеба-то нету, блядь. Да, зачем нам хлеб? Мы что, есть сюда хлеба ем. Мы что, есть сюда приехали? Андрей? Поэтому ты такой толстый. Ну, вы заметили, что все едят, и даже никто не посолил, не покорчил. Потому что, ну, 42-й разряд, это означает, что прям для всех говно. Очень вкусно. Повар 42-го разряда? Я, да. Ладно, я тоже хочу попробовать. Не, ну вкусно или нет? Нельзя, Андрей, не ешь. Просто что, Петь, вкусно? Отлично. Что-то не верится, что у тебя нету искренности в глазах. Язык проглотил. Вот искренности в глазах. Чик, глаз ушел один. Чик, второй ушел. Оба, выкладывай. Ну что, ребят, это еще не все. Блять, как бы его? Да вот так. Ну, ты, конечно, там... Ой, какой красавец. Чуть перевернуть его нельзя было еще раз? Не надо, все. Ты че? Какой красавец. Вы просто посмотрите на него. Спасибо, Андрюшенька, спасибо, друг. За правду тебе цензура, правду хочет вырезать. Ничего мы не вырезаем никогда, не обманывай. А? Говорят, мясо ты готов? Да. На вкус и стрём товарищей нету просто, Вова. Мясо шикарное. Не, ну стейк получился. Да? Мариновал ты не я, но жарил Андрей. Не, так это тут самое главное-то, как отмариновать. Ладно, ребят, на самом деле, спасибо вам за просмотр, за подписку. Канал Кубатура. Дальше интереснее. Канал Кубатура в описании. Не, там где-то есть. Не мой? Не мой. Один хуй половина. Ладно, ребят, выйдет. Не будем дурачиться, короче, дурачимся уже весь день, блядь. Короче, спасибо вам огромнейшее, то, что смотрите, поддерживаете, комментируете, лайкаете, подписывайтесь на канал. Огромнейшее спасибо. Вот видите, даже сейчас у нас нет слов, потому что у нас словарный запас вот, блядь. 33 слова. Вот так сжимаю, еще я бы даже вот так показал. Словарный запас вот такой, вот. Ну все, спасибо. Что я могу сказать? Дерево, блядь. Все.